мне уже сказали, тут батюшка остановил. Нельзя, он попер куда-то, сеновал. Это нельзя. Я тебя крапивой буду драть. Зайдешь у тебя. Это лучше так, по-хорошему. У нас это не положено. У нас было до 100 ребятишек, еще бы я делал с ними, каждый вот так вот, куда попало, лезли. Я тебе говорю, что для меня это чистая страница. Я тебя не знаю, везде слушайся. Сказали, нельзя туда выходить, не думай выходить. Вот так. С вами будут вести занятия, если ребятишки будут. Вот Надежда Васильевна, вот посмотри. Она, боже, вот будет вести. А это у нас шофер привезла нас. Доехали хорошо. Все, садимся. Слава Христу. Да. Там поварёшка, он штаб был, полотенцем. У меня ложка своя, Николай. Год пролежала. Суп гороховый. Ух, ничего себе. Конечно, это же я варил. Так, подожди пока. А сколько ты его варил? Всю ночь, наверное. Тебе кто его дал? Здесь был, да? Когда поедим, тогда будет третья. Первого, часа полтора варил. Он быстро разварится. Так, руки локтями, вот ты сидишь на стол, вот так не облокачивайся. Дальше кисти, вот смотрите, там, сядь маленько, чтобы видеть. Какие правила у нас? Вот мы сели за стол. Уже. Ничего не трогать, здесь не надо. В это время я перекрестился и все. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Все, Бог благословит. Теперь начинайте есть. В чашке сколько тебе налили? Ты должен сказать, съешь или не съешь. Если не съешь, скажи мне, покажи половину. Половину дадут. Оставлять нельзя. Кусочком ее надо расчистить, чтобы она была как мытая. Ты слышишь меня? Вот так. Вот чашку дали, смотри. Вот так вот на чашку у нас нельзя. Дай-ка хлебушка. Смотри, как едят. Вот так вот в левой руке брать хлеб. Сначала хлеб взять, а потом ложку. Я тебе вот она рассказывал. Да. Ну смотри, вот я поднял, а вот лицо не должно за край стола заходить. Это дисциплина. Это научится, а да, главное душа. Душа отсюда идет. Посмотрите. Смотри сюда. Его разрезать. А если так на стол нахляешься, полу. Ой, больно. Поехали. Это вы из дома приезжаете? Это Татьяна Кузьмична. Из дома никуда не уходить. С кем играть, ребятишки, тебе покажут. А главное, будь с нами. У нас тут распорядок такой, завтра мы в церковь идем, в баню будет. Будет или нет, не знаю. Будет, будет. У нас тут ничто не делается, а бы как. Вот люди, которые в миру, ну я на той скамейке сижу, но я сел, чтобы видно меня было. Вообще не знают. И вот сидят вот туда. Вот так. Василий говорит, каждое животное, скотина, корова, свинья, они наклоняются к пище. И только человек подносит пищу к себе. Все, хочешь за скотиной? Сираха говорит, стыдись облокачивания на стол. То есть облокачиваться это бесстыже. Это Библия говорит. То есть надо просто глаза открыть на этот мир. И тебя сразу заметят, ты ешь не так. Ведешь себя не так. В чужой разговор не вмешивайся. Надо, чтобы ребенка приучить, чтобы дневничок вел. Ну все, во славу Божию, наливайте ему. Я сяду на свое место. Едим молча. Я разговариваю, получаю, мне разрешается.